сегодня мы побили рекорд расходки и пришли в новый комплекс. Это уже не золотые пески, а ривьера, который вот там начинается за забором. Не уверена, что мы сможем туда войти, но во всяком случае мы сделали это и дошли до этого места. Здесь пляж, который мы прошли. Вон там далеко, это Берлин. И мы весь этот пляж прошли пешком. Он молодцы, спортсмены. Вот это и есть ривьера. Раньше здесь был горячий источник. Но теперь его закопали, и вода минеральная горячая сливается прямо в море. В отелях никого нет. Пришли вот такую вот дырочку, потому что люди любят гулять в ривьере. И они тут все нам сделали. И сейчас мы в эту дырочку полезем. Не-не-не, полезем. Запрещено. Запрещено. Ай. Ай, дай рыжика. Ай, запрещено. Все. Вот и все. Мы уже в ривьере. И сейчас мы вам покажем этот прекрасный курорт. Правда, уже немножко темно. Это у нас все-таки вечерняя прогулка. Но мы сейчас вот с того пирсика поснимаем. И будет здорово. Выглядит ривьера с пирса. Конечно, здесь ничего не видно, ни минерального бассейна, который находится вон за тем волнорезом. Вот это яхтенная пристань, которая тоже, в общем, не используется по назначению. А это отели. Есть четырехзвездочные. Вот этот недавно отреставрирован, ближний к нам, это трехзвездочный. И самое красивое здесь – это парк. Это уже не золотые пески, это ривьера. Маленький-маленький пляж, бассейн с минеральной водой и несколько отелей. Это закрытая резиденция Тодора Живкова, бывшая. Но теперь все отели куплены, и это уже частные отели. Растут мидии, вон там в воде, они еще маленькие. Вот мы в ривьере. Наконец мы дошли до этого места, потому что все время мы прерывали маршрут вот где-то в середине. Но теперь мы наконец свою расходку по шагам выполнили и пойдем обратно, потому что уже вечер. Хотели показать парк, но в темноте его уже, к сожалению, будет не видно. Парк будет в другой раз. Надо дойти засветло. Да. Так что подписывайтесь, все еще будет. А то комендантский час не пустят домой. Не, у нас скоро снимают карантин. Поэтому мы надеемся еще погулять. Вот мы идем по променаду. И никого. Золотых песков. И тишина. И никого, да. И можете видеть, что здесь никто не ходит. Прямо по дороге. Машин тоже нет. Отели пустые. Автобусы не ездят. Идем в обратный путь. Как там, по-моему, зомби на горизонте. Или кто это? По-моему, зомби есть. Прячься. Да, кто-то есть. У нас уже цветут каштаны. И давно. И давно, да. Скоро уже отцветут. Так красиво. Вот такая у нас безмолвная красотища. Я не думаю, что сегодня в будний день что-то там работает. Да. Юны пожирают здешние деревья. Такая версия.
Да, и у нас даже это есть подумать. Один пример. А вот акация цветет. Наверное. Вот казино. Центр жизни на Золотых Песках. Первые туристы. Сидят у казино почему-то, а не на пляже. Ну, наверное, им тут больше нравится. По-моему, это англичане. Конечно, это понятно. Но точно не русские. Конечно. Мы идем в казино, но оно нас не ждет. Посмотрим, работает ли банкомат. Банкоматик. Клянусь мамой. Банкоматик работает. На всю пенсию сейчас от банкомата. Да, вот это красивый вид. Вот такие красивые цветочки. И красивая собачка. Не только собачка. Не только собачка. У нас такая пергола красивая. И вот такие розы. Они как будто восковые. Просто из воска. А, искусственные. Очень красивые. А нюхни-ка. Ой, какой запах. Давай, ароматом могут специфический. Нюхайте. Чувствуете аромат? Аромат болгарских роз. Это... Теперь мы можем сидеть в кафе. А, мы можем, да? И очень хорошо. Солнце просто замечательно. Приехали в Технополис. Проверим, как работает магазин. Выбираем себе аксессуарчики. Ну, сейчас выберем. Ну, главное, Фирус. Что мне нужна мышка для Apple. Но сомневаюсь, что она здесь есть. Посмотрим. Посмотрим. Мой дрон. Лежит тут. Мечта всей моей лежит, жизни. Лежит, скучает. Да. Я надеюсь, что твой вон тот. Ну а что, он неплохой, по-моему, легкий. По-моему, тоже, да, легкий. Ну и главное, не самый дешевый. Сильный. Здесь я сильный, но легкий. Есть на самом деле, видишь, вот. Но мечта. Вот этот дрон так дрон. Да, уж полетит. Этот дрон на гимбал, по-моему. Нет, это гимбал один, да. Вот, думаешь, это дрон на гимбал. Нет, вот на гимбле это камера. Нет, обычно я не пойду. Практикер. Да может? Не надо. Да. Да. Не надо нам от вас ничего. Я забыла натянуть на себя маску. Все. Все, мы в практикюре. Маска. И очень довольна собой. Кухню не будем смотреть. Будем кухню, да. И потом мне очень нравится вот эта сушилка. Смотри, как она стоит. Но у нас, кстати, она бы очень пошла, потому что у нас нет сушилки. Да, что нам? Вот это неплохой размер. 2500. Сад-огород не надо? А, сад-огород. Вот такой вечерний туман у нас. Похож на обман. Да, когда море еще холодное, а воздух уже прогрелся достаточно хорошо, то вот так вот получается. И получаются такие густые-густые туманы.